В Магадане продолжается сбор помощи колымчанам, проходящим службу в зоне специальной военной операции. На этой неделе магаданские волонтеры в очередной раз отправили партию посылок. Как рассказала руководитель штаба по сбору помощи солдатам Юлия Домрина, это уже 8-я отправка с Колымы. По ее словам, просьб доставить мужчинам посылки от семей становится все больше, но исполнить их все сразу не получается, как бы не хотелось. Поэтому приняли решение: на каждого бойца не больше 2 коробок по 10 килограммов. Внутри, как всегда, предметы первой необходимости – гостинцы от родных и друзей. Родственники собирают ребятам все по запросам. Не так, что как раньше было, что они посчитают нужным, а то, что просят уже ребята непосредственно. Естественно, это уже не теплые вещи, а летние вещи, потому что там очень жарко. Кто-то уже к осени, готовясь, заказывает костюмы осенние. Ну и, конечно же, не обходится без вкусняшек, которые они очень там любят. Сладенькое. Чем больше сладенького, тем лучше. Юлия Домрина отметила, что вместе с количеством просьб отправить посылки растет и число тех, кто готов помогать самим волонтерам. Это касается и рабочих рук, и финансовой части. Огромный вклад вносят колымские предприниматели и компании, роль которых невозможно переоценить. Ведь запросы от военнослужащих поступают постоянно, и реагировать на них стараются в кратчайшие сроки. Олег Дудник, Илья Пачин. Специально для Карибу.